Мне надо уходить. Сэм! Сэм, слышишь меня? Сэм, да чтоб тебя! Сэм! Слава богу, ящик с припасами. Ну да, конечно. Пусто. Все смыло. А может и хорошо. Может, Сэм забрал. Зато теперь мне нечего терять. Ну, кроме жизни. Разговариваю сам с собой. Первый признак сумасшествия. Господи. Ладно. Ничего. Ничего. О, черт! Надо вперед. Только вперед. Давай! Как меня все достало. Черт! Просто надо двигаться. Ай. Сик парвис магна. Сэм. Но где ты? Черт. Нужно лезть на ту жуткую гору. Погоди, Сэм.
Я уже скоро. Поднимаемся. О, черт! Тут высоко. Высоко падать. Куда водичка бодрящая. Привет. Привет.
Ты туда лез, что ли? В таких сапогах? Мне это сейчас нужнее. Работает. Еще немного. Черт! Эй, эй! Ты видишь, Сэй? Да, что-то заметил. Движение рядом с деревьями. Тут настоящие джунгли. Все движется. Я ничего не вижу. Всем отбой! Ложная тревога! Но смотрите в оба! Ugh.
Ладно, куда мне? Охренеть! О, что это? Ого, жуткая история. Команде Бёрнса повезло с этим сокровищем не больше, чем нам. Чуть тебя не пристрелил. Сэм, ты жив? Да, как всегда вышел сухим из воды. Рад тебя видеть, братишка. Пошли. Нас ждет сокровище. Погоди, погоди, Сэм. Куда нас несет? В каком смысле? Вся наша снаряга на дне Индийского океана. Ничего, стащим что-нибудь у солдат на Дин? Да, у солдат. Против нас целая армия. Ну, все это время мы справлялись. Мы с голыми руками посреди джунглей. Так в эти джунгли мы и стремились попасть. У нас даже пути отхода нет. Так, ну послушай, в порядке бреда. Давай спустимся и хотя бы угоним себе лодку. Лодка подождет. Ты знаешь, что у нас на кону? На кону моя жизнь. И мы ее выкупим, если пойдем в эти джунгли и найдем Либертали. Ты тут видел хоть какие-то следы пиратской колонии? Я вот точно нет.
Не поздновато ли теперь сомневаться, Нейт? Ну ты признай хотя бы, что замысел Эвери организовать ту пиратскую утопию вполне мог провалиться. И вполне возможно, что мы зря тратим время на иллюзии вместо того, чтобы искать реальный способ тебя спасти. Я намерен перерыть весь остров по камушку, пока не найду сокровища, ясно? А ты, если совсем уж не уверен в своих силах, можешь возвращаться домой. Стоп, стоп, стоп. Домой? Ты издеваешься? Знаешь, чего мне стоило доставить тебя сюда? А чего мне это стоило? А? 15 лет жизни ну, псу хватит. Под хвост. Это как тут тебе? Вообще ни при чем. Правда? А я вот так не считаю. Что? Обалдеть. Все еще хочешь домой? Посмотрим, что там есть. Сэм, сюда. Я иду. Никого нет. Это место знавало другие времена. Да, крыше нужен ремонт. Сэм, сюда. Нет, так не пойдет. Эй, Нейт, похоже, тут есть проход. Нейт, нам сюда. Пылища. А то какая хорошая нагрузка на квадрицепс. Смотри, это вовсе не хижина. Ага. Тут поработали хорошие каменщики. Да, но откуда они взялись? Обычно на корабле могли быть плотники, бочары, но не каменщики. Ах, как же приятно иногда размяться. Да, это точно. Эй, тут есть выход. Слишком высоко, не залезть. Давай что-нибудь подставим. Тут ящик, у меня идея. Вот так. Берегись! Ага, мы в деле. Ты должен это увидеть. Ух ты! Что ты видишь? Нет домов, широкая улица. Наверняка тут было что-то типа рынка. Да, спасибо за ценную информацию. Что ты видишь? Ты хочешь, чтобы я это сказал? Очень надо, чтобы ты сказал. Ладно. Либерталия. Либерталия! Легендарная, затерянная пиратская утопия, которая спустя 300 лет найдена неким Сэмюэлем Дрейком. И, ну да, конечно. И его менее эффектным братцем, который случайно увязался за ним по пути. Я всегда знал, что однажды ты станешь человеком. Это не первый затерянный город на моем... Тихо, тихо, просто насладись моментом.
Ну, с чего начнем? Вон с того сооружения. А, со сторожевыми башнями? Да, посмотрим, что они там сторожили. Согласен.